Всем привет! Рада приветствовать вас у себя на канале. С вами Аня, и это мое видео посвящено опять проекту ликвидация, но уже с новым процессом. То есть для проекта ликвидация это новый процесс, а для меня это давным-давно заброшенный, который лежал и ждал своего времени. Это так настолько давно он лежал, что я в принципе не помню, почему я застопорилась, почему я его отложила, не вышила. Где-то он у меня на процессе, где-то наполовину вышит или меньше половины, ну где-то так. Вы дальше все увидите. И да, я вставлю картиночку сюда сейчас, чтобы вы понимали, о каком процессе идет речь. Вот, надеюсь, у меня получилось, я не забыла ее вставить. Так вот, чтобы вспомнить, что же у меня пошло не так, и мне нужно, в принципе, я и достала процесс, и начинаю пересматривать. Первое, что я сразу обратила внимание, что единственный раз я попробовала организовать процесс, и я думала организовывать все ниточки в такие файлы и хранить в папке вот таким способом. Но мне это не нравится. То есть визуально это вроде бы как бы красиво и в папочке поставить, я думала. Но мне не нравится, мне неудобно, мне... Я не знаю, ну в общем такой способ организации и хранения ниток это не мое. И с чего я решила начать, так как это ниточки DMC, И они останутся, и я хочу, чтобы они остались уже сразу на бобиночках, на обычных бобинках, так как я храню все ниточки, то я решила сразу это, раз я уже взялась за этот проект, я решила уже сразу начать с переорганизации. Дальше я буду пересматривать все, что у меня есть. Весь процесс у меня вот в этой папке, вот там. Вон еще сколько ниток. Схема распечатанная у меня. И для начала я перемотаю все нитки вот на обычные картонные бобиночки. У меня есть запас. Вот я уже сколько перемотала. Продолжу это делать. А с вами мы увидимся дальше в моей подготовке для нового старта старого процесса. Увидимся, не переключайтесь. Ну вот мое очередное включение, и я вам сейчас расскажу, как я организовала свой процесс. С таких вот косточек, как я говорила, у меня вот их было 30 штук. Я перемотала все бобиночки на обычные вот такие вот бобинки. У меня здесь и картонные, и пластиковые всякие. Перематывала я на картонные, подписывала номерочки. Здесь у меня есть разные, это все DMC, но когда я перемотала, мне оказалось, что 20 штук у меня не хватает. И мне пришлось смотреть в своих запасах ниток, и я нашла их всех. Не помню я, когда и для чего я их повынимала с этого процесса, но теперь я их вернула на свое место. Итак, я организовала вот запасная ниточка. Все они у меня пока будет процесс этот в этой коробочке. Дальше. У меня, оказывается, в этом процессе задействован органайзер пока. Это у меня единственный органайзер. Я его брала для пробы. Тогда я не знала ни про китайские аналоги, ни про какие другие. Что тут по иголочкам? Здесь вообще непонятный лес. Здесь обычно для вышивки с маленькими ушками и большими. Я так понимаю, есть и для вышивки какие-то, но в иголках я еще не разбиралась, это уже постепенно буду их пересматривать и менять. И, ну, пока на этом все, что тут уже в процессе надо будет смотреть и менять. Эти я убираю
на совсем. Не только с этого процесса, а на совсем из своего рукодельной организации. Как бы больше пользоваться такими я не буду. Мне это просто неудобно. Я теперь уже догадываюсь, почему я бросила вышивать. В процессе задействован 51 цвет. Это много. И тогда я начинала только вышивать, когда я начинала этот процесс. Тогда я не знала, что еще хочу сказать про авторские схемы и про всякие вот там дизайнеров или еще что-то. Я думала, что это схема с каких-то журналов, причем старых. И я искала, и мне понравились просто превью. Я спрашивала у девочек в интернете, мне нашли и прислали эти схемы. Их идет серия «Сезонные котики». Это летний кот. Я вставлю, постараюсь, если не забуду, девочки, если не забуду, я вставлю сюда картинку. Это летний котик. Сейчас я искала, и, по-моему, это называется, это из буклета, буклет 2002 или 2003 года. Cross of my heart, Summer Cat. И также есть еще зимние, осенние, весенние котики. Мне больше всего из этого нравился летний и осенний. Это на первом месте. Я вначале не могла определиться, какой вышивать первый. И также, ну, уже как бы на третьем месте весенний котик. И зимний мне не очень нравится по проработке. Мне кажется, что это вот где-то начало создания многоцветок. Мне кажется, что это какой-то такой вот прогон прям. Результат-то вроде бы мне нравится, как получается, но вышивается довольно сложно. Мне кажется, что для такой работы цветов многовато. Что еще? В цветах здесь даже есть, вот у меня введен кружочком 781-782 цвета. Доставляет неудобства, так как, когда я покупала нитки, 781 цвета уже, оказывается, давно нет в производстве. Фирма DMC объединила эти цвета и сделала один 782. 781 нету вообще теперь. Так что, если кто-то соберется вышивать такую схему, обратите на это внимание, когда будете покупать ниточки. 781 номер, нет его совсем. То есть покупайте ниточек, я просто брала два моточка вместо 781 и 782, я просто взяла два моточка, чтобы мне наверняка хватило 782 номера. Это то, что по цветам. По схеме, вот я понимаю, почему я бросила, потому что посмотрите, как распечатана у меня схема. Я не знаю, вот тут красным я что-то дорисовывала, даже значки, и пыталась это вышивать. Это нереально. Наверное, у меня заканчивалась в принтере краска, потому что другой листочек, как бы еще следующий, у меня вроде бы все читаемо. Здесь как бы в принципе вопросов нет, можно вышивать. Не знаю я, есть ли такая схема для саги, но саги у меня тоже нету. Возможно, с такими программами было бы легче. Возможно, уже есть перенабор, но саги у меня пока что все равно нет, поэтому мне нужно искать схему, где у меня присылали, или искать заново в интернете эту схему. Буклет, конечно же, я уже покупать не буду, потому что буклеты там идут сразу по две схемы. И я не уверена, что я буду еще вышивать, хотя как серию. Она довольно симпатичная. Мне бы мне осенняя и летняя, и весенняя все-таки еще нравятся котики. Но не знаю. Это, в общем, надо дошить эту. Так что пока что крестики я вышивать не буду на этот отчет. И сейчас покажу. Ну, как не буду. Я буду вышивать сейчас черный цвет. Не знаю, может, крестиков 50 успею на отчет вышить. На видео пока что у меня продвижения нет. Я вот показываю, на каком этапе у меня все. Ну, не скажешь здесь, что здесь 51 цвет. Еще я не могу разобраться, где 3 бэкстича. По схеме идет 3 бэкстича, серый, светло-серый, белый и черный. Черный на глазике, светло-серым делала усики. Где белый, понятия не имею, там не видно.
И из-за этого тоже нужно искать бэкстич. Канва у меня размечена. Вначале я помню, что я покупала этот маркер, который должен смываться. Но он у меня благополучно засох. Мне его не хватило даже. То есть я когда отшила вот эту часть, хотела дальше размечать, он у меня уже был высохший. Это такой как фломастер для разметки на темной ткани. И я разметила себе мононитью. Это, в принципе, я знаю точно, что это дольше занимало времени, чем рисовать. Но зато есть здесь вариант, есть, что не смоется или может обесцветиться канва. Здесь точно ничего не случится. На вот таком этапе у меня сейчас работа. Что я решила делать? Здесь такая, я не знаю, как, что это за канва, но это не Цвайгард. Я покупала в обычном магазинчике, тогда я понятия не имела. 14 каунт, она такая. Ну, вроде как и нормальная, но такая она рыхловатая, как по мне. И я решила, что я тут, где не зашивается черный цвет, вот она светит, канвушечка, я буду зашивать ее в одну нить, ниточкой SHS с черным цветом. Вот. Так что на этот отчетик я начну заполнять немножко черным цветом вот эти вот промежуточки в одну ниточку. И напоминаю, что эта работа участвует в проекте, в вышивальном проекте «Ликвидация», который есть так, под таким же названием, есть группа в Фейсбуке, есть канал «Богиня рукоделия», который ведет Милочка. Ссылку на ее канал я прикреплю в описании. Так что на этом я буду заканчивать свое видео. И присоединяйтесь к нам, заканчивать свои процессы. Будем вместе. Ну, кто-то продолжать, кто-то начинать, возможно. Ну, а мы будем бороться со своими долгостроями, будем заканчивать свои процессы, чтобы они нас радовали в готовом уже виде. На этом я с вами прощаюсь на сегодня. Увидимся в следующем отчетике. До встречи. Пока-пока.